Кы-кы. Ну? Что у тебя ты, что там ищешь во рту? Кы-кы. Что ты во рту ищешь? Зюбы. Что такое? Да. А? Дед какой-то непонятливый. Что она ищет? А ты уже все? Нет, еще. А что еще? Руки помыть. А, да. Ну, это важно. Я могу, я не это время. Оля, ты посмотрела, что стирать там теперь? Довольно. Ой, подрастет, будет к вам. Посмотри, у нее носки. Да, она их постоянно снимает. Она смеется, что ей надевают эти носки, она их снимает моментально. Да? Она тебя смотрит и смеется. Зря ты заболел. Она и на меня смеется, когда смотрит, и на тебя. А на других нет. И на Олю она смеется, когда смотрит. Да, Уська? Да, лапочка. Передавай привет Наташе. Наташа просила видео. Видео, да. Ты можешь на Dropbox сбросить? Не, я сбрасываю на YouTube. На YouTube мы не можем скачать. Вы можете скачать, я вас научу как скачать. Ну так, у меня есть даунлодер с YouTube, он говорит, не дает скачать. Тебя смысл течет. Я тебе скажу, как надо делать. Я вообще вам видео все это в следующий раз запишу и все, что у меня есть. Что тебе стоит на Dropbox? Потому что Dropbox по скорости по 2-3 килобайта. А тут по 80 мегов. Тут 80 мегов. 2-3 килобайта. 2-3 килобайта там скорость на Dropbox. У меня качает Dropbox где-то 20-30 килобайт. Ну что так, 80 мегов каждое видео, по 80 по 90. Сколько ты будешь качать с этого Dropbox? Сколько вам нужно, столько и буду. Люблю. Да? Кукузя. Кукузька. Все. Будешь скучать? Да. Да. Ну что, папа сдаст экзамены? Тогда мы к вам приедем, я думаю. Надо уже тоже вывозить. Уська, вытащи ручку. Ой, так. Ну, ты видишь, что происходит, когда ты ручку засовываешь? Не надо так делать. А? И смешнульки. Не надо так делать. Она любит это. Засовывать ручку. Что ты делаешь? Где сосочка твоя? А, Куся? А нам уже почти 5 месяцев, да? Можно сказать, что нам уже 5 месяцев. Мы уже большие. Да у нас зубки скоро будут. Вот. Зубки. Вот поэтому мы такие это. Вот на кого она смотрит. На кого это она смотрит, да, моя лапочка? Ку-ку. Кто у нас тут? Кто тут? А моя лапонька. Все, выключаемся. До следующих встреч. Пока.